Пицца – это одно из самых популярных блюд в мире. Ее любят и взрослые, и дети. Сегодня я вам покажу очень легкий рецепт пиццы, который вы сможете без особых хлопот приготовить дома. Для начала нам нужно сделать тесто. В этом нет ничего сложного. Ингредиенты простые и дешевые. Нам нужно 500 грамм муки, 250 миллилитров воды комнатной температуры, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 10 грамм сухих дрожжей или 30 живых, чайная ложка соли и пол чайной ложки сахара. Первым делом отправляем дрожжи в воду, затем добавляем соль и сахар. Перемешиваем. Теперь добавляем муку. Сначала перемешиваем ложкой. А затем добавляем масло и месим тесто руками. Вот такое тесто у меня получилось. Миску смазываем маслом и кладем туда тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 2 часа. Как видите, все очень просто. Спустя время тесто увеличится в размерах. Этого количества теста нам хватит на 3-4 пиццы. Сегодня у нас будет пицца из рыбной консервы. Для этого нам понадобится 1/3 нашего теста, баночка сайры, 3 луковицы, майонез. Нарезаем лук. Тонко раскатаем тесто. Смазываем форму и кладем туда наше тесто. Теперь равномерно посыпаем нарезанный лук. Сайру вытаскиваем из жидкости и давим на мелкие кусочки. Равномерно распределяем рыбу по поверхности нашей пиццы. Добавляем майонез и равномерно смазываем. Выпекаем 15 минут при температуре 200 градусов. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Пицца разлетелась моментально. Именно поэтому мы сделали тесто на 3 пиццы, потому что пицца получается очень вкусной и быстро заканчивается. Спасибо за просмотр! Если понравилось видео, поставь лайк и подпишись на канал. На этом все. Увидимся в новых видео. Пока-пока!